Цуры Елена, Корней Чулковский, отрывок из стихотворения «Айболит и воробей». Злая, злая, нехорошая змея молодого укусила воробья. Захотел он улететь, да не мог, и заплакал, и упал на песок. Больно воробушку, больно. И пришла к нему беззубая старуха, пучеглазая зеленая лягуха. За крыло она воробушка взяла и больного по болоту повела. Жалко воробушка, жалко. Из окошка высунулся еж. Ты куда его зеленое ведешь? К доктору миленький, к доктору. Подожди меня, старуха, под кустом, мы вдвоем его скорее доведем. И весь день они болотами идут, на руках они воробушка несут. Вдруг ночная наступила темнота, и не видно на болоте ни куста. Страшно воробушку, страшно. Вот и сбились они, бедные, с пути, и не могут они доктора найти. Не найдем мы Айболита, не найдем, мы во тьме без Айболита пропойдем. Вдруг откуда-то примчался светлячок, свой голубенький фонарик он зажег. Вы бегите-ка за мной, мои друзья, жалко, жалко мне больного воробья. И они побежали бегом за его голубым огоньком. И видит вдали под сосной домик стоит расписной. И там на балконе сидит добрый седой Айболит. Он галке крыло перевязывает, кролику сказку рассказывает. У входа встречает их ласковый слон и к доктору тихо ведет на балкон. Но плачет и стонет больной воробей, он с каждой минутой слабей и слабей. Пришла к нему змея воробьиная, и на руки доктор больного берет и лечит больного всю ночь напролет. И лечит всю ночь до утра. И вот, поглядите, ура, ура! Больной встрепенулся, крылом шевельнул, чирикнул, чик-чик и в окно упорхнул.